назначен должным лицом при наличии достаточных тому оснований. При этом в представленных материалах имеется достаточно сведений, подтверждающих причастность Майя к совершению вышеуказанного преступления. Регламентированный главой 23 УПК РФ порядок привлечения Майя в качестве обвиняемого предъявления обвинения соблюден. Основания по статье 91 УПК РФ для задержания Майя в качестве обвиняемого по делу установлены были. Предусмотрены статьей